Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас предлагаю разобраться в том, как влияет внешность на успех в личной жизни и в профессиональной карьере. Ну, прежде всего, влияет. Конечно же, влияет. Наша культура, как я уже говорил, очень визуальна. Мы много воспринимаем на вид. И даже если человек очень умный, талантливый, компетентный, способный, и при этом его внешность, допустим, не соответствует тем канонам, тем стандартам, которые есть в голове, в головах окружающих людей, он может просто не получить шанса, чтобы вот эти свои достоинства показать и раскрыть. Да? Пришел не в том костюме, все, дальше, да, следующий. Там, оделась как-то неудачно, слишком ярко, наоборот, слишком невзрачно. Не заметили ее, да, на свидание не пригласили, шанс потерян. Поэтому внешность, конечно, влияет. И наоборот, человек, который, может быть, не настолько развит, не настолько способен, но который при этом может себя хорошо, красиво подать, он как-то больше, быстрее, не знаю, успешнее, легче идет по жизни, двигается по карьерной лестнице, да, потому что он всем своим видом показывает, что у меня все в порядке, у меня все хорошо, я забочусь о себе, да, я создаю такое впечатление. Ну и, конечно, для личных отношений внешность имеет значение. Хотя бы для того, чтобы вас заметили, чтобы вам было... Ну, чтобы вы могли спокойно подходить к тем людям, которые вам нравятся, чтобы мы могли разговаривать и думать о теме беседы, а не мучительно думать, так, как бы встать, чтобы вот не увидели вот это, чтобы вот закрыть вот это, вот, ну, вот этот дефект там, или какую-то складку, или, допустим, чтобы, не дай бог, не показать ему вот это вот, вот этот ремешок, который не соответствует цвету моих туфель. Вот. Поэтому полезно, да, какое-то время внимание уделять своей внешности, чтобы не тратить свое внимание во время общения с людьми на то, что у тебя не в порядке. Когда ты знаешь, что у тебя вот это в порядке, да, это из головы уходит, ты можешь всецело сосредоточиться на том действии, которое сейчас нужно делать. И это помогает и в личной жизни, и в профессиональной. Так.